Дорогенькі жіночки, робимо собі коханим подарунок. Замовляємо відпочинок з харчуванням. Море, сонце, краса, перлина Карпат, Федотова коса. Телефонуйте 050 990 30 30. Поэтому мы выбрали перлину Карпат. А вот, друзья, собственно, сердце этого заведения, потому что здесь проходит, ну, я, как по мне, я еду всегда отдыхать в гастроту. Так вот, фишкой этого заведения является то, что здесь питание включено в стоимость проживания. А какое питание? Это не простые, как тут говорят, комплексные обеды. Здесь 14 комплексов. Кроме этого, есть расширенный список всяких блюд, которые вы можете дополнительно заказать. Там вполне за адекватные деньги. Цены очень лояльные. Друзья, смотрите. Вот это комплексы, о которых я вам говорил. Завтраки, обеды, ужины. То, что входит в стоимость проживания. А вот это отдельно. Напитки. Еще еда. Друзья, каждый день блюда с мангала входят даже в базовые комплексы питания. Друзья, теперь перемещаемся от нашего кафе к морю. Море, чтобы вы понимали, 50 метров. Еще и постанов выписал. Добрый день. А за что вам постанову выносят? За знаком стал. В смысле за знаком стали? А где у них уверенно, что это вы стали? А вы дело рассмотрели, товарищи полицейские? Да. А? Да. А видео показали? Товарищи полицейские. Нет. А? Нет. А чё? А чё видео не показали? Тоже. Или вы просто сегодня делаете показатель по постановлению? Вы спросите, видео есть? Подождите, инспектора, стойте. Вы просто так не уедете. Есть видео то, что человек нарушил? Да нету видео. А чё, а как вы можете выносить постановление без каких-либо доказательств? Можете представиться? А что у вас с форменным одягом, я не пойму? Шорты домашние? У вас настроения нету? Радченко Андрей Андреевич, полицейский УПП Харківській області, до 23-го. Всё ваше, можно? Матвиенко Игорь Олегович, скажите, пожалуйста, вот как вы выписываете постановление без каких-либо доказательств? Можете ответить, ребят? Можете кто-нибудь мне ответить? Или мы можем только поехали, слабых у вас, отвечать? У вас вызов? А у вас вызова не было. Все, что ли? Все, вот машины стоят. До свидания. Друзья, вы сами видели пример того, что полицейский увидел, что человек, ничего не зная,
дал волю тому, что они смогли выписать постановление. Скажи, а как они к тебе подошли? Я не могу. Подъехали, что говорят? Вы нарушили, да? Стоите за знаком, да. Так, и что? Так. И ты дал права и все, да? Да, я посмотрел. Зачем? Ты YouTube не смотришь. Тогда зачем, я не могу понять, но тут куча машин. Я правильно. И что теперь? Ну и я припарковался еще. В Телеграме есть группа «Надзор камеры». Если вдруг какой-то конфликт с полицией, ты пишешь туда. Документы никогда не давай, понял? Никогда. И обязательно YouTube посмотри, «Надзор камеры», да? Все, удачи. Друзья, ну опоздали мы в очередной раз, выписали под знак 334. Вы знаете, что у нас очень много роликов по этому знаку, где непосредственно якобы я остановлюсь под эти знаки, и якобы меня полицейские отпускают. Поэтому мы погнали дальше. Как-то так. Ну а вы знаете, что...